Всем привет, меня зовут Кирилл Антонов, и для вас хочу исполнить свою новую песню, которая называется «Я больше не боюсь». Песня посвящается моменту, когда Христос молился перед распятием. Поехали. Я больше не боюсь тишины в ответ от слов молитвы. Я небу поклонюсь пред лицом предстоящей битвы. Я тебя прошу, покидай. Час тревоги, страха и надежды. Ты меня не отпускай. Дай руку мне, как это делал прежде. И по дорогам я пойду, да по площадям, освещая путь нищим королям. И этот крест на плечах ловит спину мне, и каждый шаг сквозь боль и любовь к тебе, и каждый крик, каждый плач слышу в голос толпы. На Голгофу его, Боже, ты их прости, и прибитый гвоздями на подъездной толпе, я шепчу еле слышно. Твой путь порой тернист, но в этом суть его формирования. Открой свой день, как новый чистый лист, постигнув тайну мироздания. Пусть паруса твоих надежд поднимет ветер вдохновения. Не слушай мнения невежд, не знавших сил пробуждения. И по дорогам ты пойдешь, да по площадям, изменяя мир, изменившись сам. Я помогу тебе в пути пронести твой крест, помог тогда мне святой отец. И по звучанию труб, да голоса с небес, все как было тогда, когда я воскрес. И в молитве ночной я к тебе не коснусь. Ты мой друг не один, я с тобою молюсь. И в молитве ночной я к тебе не коснусь. Ты мой друг не один. Вот такая вот тематичная песня получилась. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь с друзьями. И всем до новых теплых встреч. С вами был Кирилл Антонов с города Волгодонска.